Здравствуйте, добрый вечер. На телеканале Антенна 7 новости. Я Евгений Нефанов. И вот о чем речь. Умный парк. На столбах установлены солнечные панели, а светодиоды реагируют на движение. Где появилось новое место отдыха? Проблемный парк. Повально сейчас начинает закрывать в городе баню, но так же нельзя делать. Все же хотят помыться, все пенсионеры, вот видите, стоят. Чего требуют жители Порт-Артура? Трудный путь. Идут по грязи, с колясками, ломают коляски, женщина падала в том году. Почему забыли оформить подходы к остановке, а также обращение о мечей к президенту, обзор соцсетей и новости спорта. Ну а картину дня начинаем с хроники. Правительство страны поддержит на переход на единую платежку со всеми жилищно-коммунальными услугами. На Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны в подмосковных Мытищах простились с первым вышедшим в открытый космос космонавтом Алексеем Леоновым. Омский госуниверситет объявил торги на достройку главного корпуса. Александр Шлеменко откроет авторскую школу на Левобережье. И село Веселый Привал в Кормиловском районе Омской области участвует в конкурсе на самое веселое название в стране. Сегодня в Омске появился новый парк семейного отдыха. Готовые для прогулок 1,5 гектара расположены на Московке на улице Архиепископа Сильвестра. За благоустройство этой территории голосовали жители, понять их можно. Раньше на том месте стояли гаражи и росла трава с человеческий рост. Больше 20 миллионов рублей понадобилось, чтобы сделать все как надо. Денис Ионас и Сергей Пайхалов там сегодня прогулялись. Вика, давай, раз, два, раз, два. Пока одна внучка Валентины Антоновны осваивает один тренажер, другая внучка вовсю занимается на степере. А ведь на этом месте еще в прошлом году была сплошь высокая трава. Да и вообще вместо сквера металлические гаражи. Поэтому оценка местных жителей самая правдивая. Очень хорошо. Тут народу очень много, деткам есть куда, это мамочки с детьми, на велосипедах приезжают, дедушки с бабушками тоже на велосипедах, внуков катают. Площадка не пустует, это вот сейчас что такое, еще можно сказать, что утро, и никого нет. А так, пожалуйста, все время с 2 часов тут постоянно много, пусть к дому приходят, даже со старой Московки приезжают. У нас всегда тут много машин в выходные дни. Еще бы, мало того, что Московка и так не маленький район, так и много новостроек. А здесь теперь и спортом позаниматься, и с коляской по дорожкам пройтись, и детям на площадке поиграть. Покрытие здесь мягкое, так что содранных коленей и синяков не будет. За год сделали только 1,5 гектара территории, а всего под парк семейного отдыха выделено 14. И местные уже высказывают пожелания сделать бы велодорожки. На них выйдут и любители скандинавской ходьбы. Ну, для спорта, я думаю, наша молодежь всегда любит футбол, хоккей, поэтому если будет заливаться в зимнее время какой-то хоккейные коробочки, это неплохо, а футбольные, чтобы ребята могли поиграть в футбол, не мешая маленьким детворой, это, думаю, нужно. Очень интересно, здесь организовано освещение. На столбах установлены солнечные панели, а светодиоды реагируют на движение, то есть включаются только тогда, когда проходит человек. Но кромешной тьмы здесь в любом случае никогда не бывает. Дело в том, что когда не горят основные светодиодные элементы, синим цветом подсвечивается вот эта пластиковая вставка. Главное, чтобы запаса накопленной энергии хватило каждому столбу. Особенно зимой, когда солнца не так много. В течение светового дня он заряжается, то есть на ночное время его хватает вполне. Да, то есть полностью заряженного аккумулятора хватает на 40 часов непрерывного горения. То есть, в принципе, даже с учетом погодных условий достаточно солнце, чтобы зарядить его. В парке много зелени, как возрастных берез, так и молодых елей. Вот эти высадили на днях и приурочили к 120-летию Ленинского округа, который отмечает в этом году. Денис Сонос, Сергей Пайхалов, Антенна 7. Александр Бурков сегодня предложил 50% транспортного налога с территории Омска передать в городской бюджет. У регионов только сейчас, после изменений в бюджетном кодексе, появилось право передавать транспортный налог местным бюджетам. И вот Александр Бурков предлагает воспользоваться этой возможностью. Вот что он говорит. В преддверии нового бюджетного года 2020 я предлагаю 50%
всего транспортного налога, который поступает в областной бюджет, направлять в бюджет города Омска. Здесь есть элемент социальной справедливости, потому что деньги собираются на территории города Омска. А с другой стороны, у города сегодня большие потребности в деньгах для ремонта дорог, дворов, да, для решения вопросов освещения наших улиц, да, и многое-многое другое. И вот поэтому я предлагаю 500 миллионов рублей направлять ежегодно в бюджет города Омска для решения вот социально значимых вопросов. Я уверен, что в дальнейшем администрация города будет направлять эти средства на улучшение городской среды, да, и в интересах наших омичей. Безусловно, эту инициативу еще необходимо будет рассматривать на заседании законодательного собрания. Я надеюсь, что наши депутаты поддержат город Омск и направят 500 000 000 рублей в бюджет муниципалитета Омска. О ремонте дорог и тротуаров активно говорят и пользователи соцсетей. Тему для размышлений подкинул подписчикам «Аварийный Омск». Автор поста выложил фото пешеходной дорожки и припаркованных вдоль нее автомобилей. И предложил читателям угадать, что не так. Кривой асфальт, парковка на газоне, листья не так лежат, гадали комментаторы. Жители Амура добавили под постом фотографии омских тротуаров. Свеженаляпанный асфальт на 9-й Амурской и пунктирная дорожка на 11-й собирают лайки в интернете. Не видно ни одного храма на фото. Вот что не так. «Сатурн консервирует», сообщает паблик ЧП «Омск». В сообществе опубликовано видео. Окна и вход в здание закладывают кирпичом. Все выглядит, как после Чернобыля. Отказались у нас инвесторы финансировать реконструкцию кинотеатра. И его решили законсервировать. Печальная картина, комментирует автор видео. Это было шикарное место в моем детстве. Кино, дискотеки. Да кто с Амура, тот знает. Добавили под постом подписчики. Неприятное видео, снятое в Иркутской области, опубликовал паблик «Инцидент Омск». Гималайского медведя приковали цепями к забору одной из городских больниц, чтобы привлечь посетителей в цирк. На кадрах видно, что животное рычит и пытается выбраться. В комментариях свое мнение оставили больше сотни омичей. А все стоят и снимают. Нет бы полицию вызвать. Шиномонтаж Бузовой появился в Омске. Фото вагончика во всех местных сообществах. Одна буква на вывеске отвалилась, другая перевернулась. В результате слово «грузовой» стало словом «бузовой». Знает ли светская львица, что теперь является не только символом омского авангарда, но и омской шиномонтажки, неизвестно, написал автор поста в паблике «Омск Лайф». «Так вот зачем она приезжала», комментируют подписчики. Преступлениями славится Омск в интернете. На этот раз в нашем городе украли лифт, пишет Омск Таймс в Инстаграме. В полицию обратилась старшая по дому. Она рассказала, что в многоэтажке на Заозерной поменяли лифт. Старое оборудование оставили в подъезде на ночь, но к утру оно пропало. Сдали на железо, сошлись во мнении комментаторы. Вы знаете, сколько стоит старый лифт? Там металла не горюй. Продолжаем разбирать посты омичей. Владимир Владимирович, помогите, Омск задыхается. Такими словами начинается обращение жителей Ясной Поляны. Дома микрорайона расположены рядом с Кировским полигоном. Уже несколько лет он закрыт по решению суда. Однако то и дело там вспыхивают пожары, мусор тлеет. Вот что говорят жители. На сегодняшний день она действует периодически, ну где-то примерно 3-4 раза в неделю сжигается мусор, а запах вот этих пищевых отходов у нас он постоянно. На неоднократное обращение к местным нашим властям результатов нет, ни письменных, ни устных ответов. Просим вас, помогите нам, пожалуйста. В этом видеообращении жители указывают на близость свалки, где в последнее время, по их словам, птиц становится все больше, с аэропортом, куда прилетит и президент. 6 и 7 ноября в Омске пройдет форум сотрудничества России и Казахстана.
В редакцию «Антенны-7» обратились жители микрорайона Прибрежный. Говорят, им 3 с лишним года уже не могут оборудовать подходы к остановке. Три деревянные ступеньки давно заменяют безопасный спуск. Подробнее Светлана Урванцева. Индира Аргунова показывает мастер-класс спуска к остановке. Подход к ней – настоящее препятствие. Женщина говорит, когда переезжала жить в Прибрежный, лояльно отнеслась, что в новом микрорайоне есть недоделки. Но прошло 4 года, а народная тропа через газон как была, так и осталась. Подъезжаем к переходу, выгружаем ребенка, переносим сначала ребенка, потом ребенку объясняем, что он должен стоять и ждать маму. Далее возвращаемся за коляской, поднимаем коляску и, как бы, глядя под ноги, осторожно вот переносим коляску. Дома в Прибрежном уже перестали считаться новостройками, а инфраструктура до ума не доведена. Неравнодушные жители 3 года обращаются во все инстанции – в окружную городскую администрацию, горсовет, прокуратуру. За счет настойчивости кое-чего добились. По решению суда на остановке микрорайон Прибрежный появился новый павильон. Но на этом благоустройство остановилось. Новость на сайте прокуратуры 2017 года. По иску прокурора Кировского округа суд обязал муниципалитет благоустроить микрорайон Прибрежный. В частности, не выполнены работы по обустройству тротуаров, а также пешеходных дорожек вблизи домов номер 32 и 27 по улице Перелета. Весь микрорайон с этой стороны, это Крупские улицы Перелета, не могут перейти на эту сторону. В управляющие обратились, спасибо, сделали вот нам эти лесенки. Ну, идут по грязи, вот, с колясками, ломают коляски, женщина падала в том году, я лично упала. У меня болят коленные суставы, вот на этом, вот посмотрите, какая высота спустилась, вот здесь упала. В администрации Кировского округа отсутствие безопасного подхода к остановке объясняют денежными трудностями. И собираются перепроверить списки. Дело в том, что заявок от жителей гораздо больше, чем та сумма, которая предусматривается на ремонт проездов и тротуаров. Решение суда выполняется в первую очередь. То есть если судебное решение есть, и департамент городского хозяйства об этом в курсе, как бы они включают и делают. Почему оно на сегодняшний день не выполнено, не готов сказать, потому что у меня в заявках тоже там Перелета 27 не фигурировало. Будем разбираться. У вас не было в заявках этого адреса? Ну, не на слуху, к сожалению. Не готов сказать, потому что перечень там из 50 позиций. Жители же готовы направить еще заявки, если понадобится. Вот только пока они переписываются с администрацией, приближается время гололеда. Светлана Урванцева, Андрей Кузьмин, Антенна 7. В редакцию «Антенны-7» обратились жители поселка Порт-Артур. Они опасаются, что единственную в микрорайоне баню закроют или отдадут в частные руки, а мыться жителям частного сектора больше негде. Общественную баню посещают еженедельно 300 человек, и большинство пенсионеры. Любовь Федорова продолжит. 220 рублей для обычных посетителей, 110 для льготников. Столько стоит билет в баню. Больше половины домов частного сектора неблагоустроенные. Поэтому в банные дни, это 3 раза в неделю, у кассы очередь. В среднем, наверное, ну, человек 90 в день проходит. Это вот с осени, наверное, по весну. Вот в этот период, ну, в летний период, конечно, меньше. Где-то половину примерно, потому что у кого-то свои души летние, у кого-то дачи. То есть вот в этот период, конечно, меньше. А зимой в среднем 90-100 человек в день проходит. Месяц назад прошел слух. Единственную в Порт-Артуре общественную баню собираются закрыть. Наперебой рассказывают местные жители. Здание старое, нужен ремонт и вложения. Содержать его невыгодно. Новость расстроила Алму. Строить свою баню для пенсионерки – дело неподъемное. У меня внуки приезжают, и 2 раза в неделю мы ходим в баню. И вы представляете, рентабельность бани – это решаться надо, чтобы субсидировали тогда. Но почему мы должны не мыться? Вот это самое главное. Мы в кинотеатр не ходим, никуда не ходим. Вот у нас даже общение здесь. Вы понимаете, мы с друзьями собираемся, идем в баню. Да, ни в сауну мы не ходим. Куда? 220 – это нормальная цена, которая и то нас не устраивает. Это очень дорого. Если при пенсии, которую получаем, 8900. Это вы представляете, мы себе на вот это откладываем всегда. Спешат высказаться и другие местные жители. Повально сейчас начинает закрывать в городе баню, но так же нельзя делать. Все же хотят помыться, все, ну, все пенсионеры, вот видите, стоят и все
Ну, не будем же кричать, что вот до драки доходить это дело. Надо же как-то людей прислушаться, понять и делать соответствующие выводы, естественно. Здесь большая часть у нас в Порт-Артуре пенсионеры живут. Бабульки, мы такие вот молодые, тоже на пенсии. Внуки у нас, дети у нас, которым нужна баня. Баню мы ходим только из-за... Вот я единственное, вот в баню хожу, чтобы я в формой побыла. Предлагают, опять же, это по слухам, на труда баня. На труда. Там благоустроенные квартиры. Туда в основном люди ходят с тех благоустроенных квартир. А вы живете здесь, частный сектор. Это нам, значит, ездить туда. Сейчас вот только что стояла женщина с палочкой. 10 человек семья. Сколько людей вы же видите, пенсионеров? И все туда. Чтобы развеять слухи, мы написали запрос в департамент городского хозяйства. Закроют ли общественную баню в Порт-Артуре? И какую альтернативу в этом случае предложат местным жителям, расскажем в ближайших выпусках новостей. Любовь Федорова, Сергей Пайхалов, Антенна 7. Теперь время новостей спорта. Интригующий старт у баскетболисток «Нефтяника» 16 и 17 октября в первых матчах чемпионата «Амички» сразятся с принципиальным соперником – клубом «Ника» из Сыктывкара. Уже несколько сезонов команды соперничают в регулярном чемпионате и в плей-офф. В решающих матчах побеждала наша команда. Летом оба коллектива серьезно укрепили составы. За «Нефтяник» теперь играют бывшие лидеры «Северянок» – Екатерина Мащенкова и Наталья Шевелева. А взамен «Ника» пригласила трех известных баскетболисток. Игрока сборной России Татьяну Бурик и двух спортсменок из команды Беларуси – Наталью Дашкевич и Дарью Магаляс. По-боевому настроены обе команды. Поединки пройдут в спортивном комплексе «Авангард». Скорость, изобретательность, яркие и техничные атаки. Более 200 спортсменов состязались в первенстве области по карате. Слово Владимиру Истомину. Динамика, настрой, активные маневры в стойке, обманные движения передней рукой, финты, подсаживания, стремительные атаки по прямой, мгновенное продолжение, разные варианты. Удар ногой, подсечка, добивание 2-2 к 30 секунде. Самый яркий бой турнира – финальный поединок Семен Грачев против Евгения Коршунова. Возрастной категории для спортсменов 14-15 лет. Конек Грачева – отличное сочетание тактики и техники, гибкости, разнообразия. В этом году Семен выиграл бронзу на первенстве страны в Калининграде. Стиль Коршунова, скорость, хорошее чувство дистанции, атаки на опережение. У спортсменов отличные тренеры Андрей Скоробогатов и Александр Белик. Равный счет в середине поединка. Ключевой момент, остановка, сигнал судьи, молниеносная атака Семена Грачева. 4-3, вдохновение, еще одна классная комбинация, победа. Боевой поединок, соперник был сильный. Но мы с моим тренером на тренировке разрабатывали тактики. И в финальном поединке мне помогла комбинация на второго номера. И при этом я выиграл и отобрался на Россию. Яркое соперничество во всех финалах первенства. Высокий темп, прессинг, новые интересные комбинации. Близкое к классике исполнение, особенно в технике высоких ударов ногами. Скоростные атаки, выверенные траектории, две красивые победы. Артем Кузьменко и Михаил Пономаренко выиграли решающие поединки досрочно. Мы с моим тренером Алексеем Владимировичем Сорокиным проделали большую работу к этому турниру. Сделали множество заготовок на перехват, на провал, на встречу. В финальном поединке у меня получилось все это применить. Я брал сразу 3 балла. На тренировках отрабатываем именно больше работы ногами. Ну и пытаемся показать это на соревнованиях. Сейчас лучше чувствую дистанцию. Ну, мне понравилось, как я работал. Серия побед на характере. Александра Печкурова провела разящую контратаку на последних секундах поединка. Призер всероссийских соревнований Сергей Обольский вырвал победу буквально за пару мгновений до сирены. Он мне поджимал кудру. Я ждал, пока мой соперник сконцентрируется, остановится. И тогда я провел гяцуки в чудо. Это удар задней рукой в корпус, которого он маловероятно ожидал. В командном споре отличились каратисты клубов «Триумф», «Атака» и «Спектр». Бронзу завоевали спортсмены команды Федерации карате «Ситарю». Итоги соревнования подвел старший тренер сборной Омской области Александр Белик. Наши лидеры, лидеры сборной Омской области, показали свое преимущество, показали красивую, четкую, быструю, динамичную технику. Доказывали они это, конечно же, в очень упорнейших поединках. Та сборная, которой мы уже работаем, она опять укрепила свои позиции сборной Омской области.
и будет готовиться дальше. Впереди у наших каратистов два важных соревнования. Чемпионат России и отборочный турнир для выступления в международных стартах. Владимир Истомин, Андрей Кузьмин, Антенна 7. А у нас впереди новые информации и репортажи. Следуйте за нами в соцсетях и до встречи. Новости. Официальная группа ВКонтакте. Девятое декабря. Музыкальный театр. Юбилейный тур ансамбля «Песняры». Акция в Каскаде. Делай покупки от 1000 рублей, выкладывай фото в Инстаграм с хэштегом «Каскад Инстапарад» и выигрывай 10, 20, 30 тысяч рублей на шопинг в Каскаде. Вы не согласны с расчетами вашей пенсии? Вам не засчитан период учебы или службы в армии? Не засчитан льготный стаж? Получите консультацию у профессиональных юристов Центра Сибирия. Запись по телефону 33 99 44.